Привет всем! Сегодня я построю в этом видео два замка ледяных Эльзы из мультфильма Frozen. И первый замок вот такой вот из набора 10704. Этот набор, к сожалению, уже не выпускается, не продается. Но если он у вас есть, напишите в комментариях. У меня есть еще много разных моделек, построенных по этому набору. Видите, тут такие интересные детали, стекла. Сзади замок стоит возле скал, все как в мультике. Вот. И на верхушке снежинка. Прозрачные детальки хорошо здесь играют. Вот такой замок получился. И второй замок из нового набора. Набор, как раз когда я его увидела, как много здесь синих таких голубых прозрачных стекол, сразу пришло в голову построить замок Эльзы. Вот наконец-то дошли руки. Вот, естественно, этот набор так и называется — прозрачные кубики 11013. Я постаралась по максимуму использовать все синие, голубые, ну вот даже фиолетовые кубики сюда детальки пошли. И он построен по мотивам недавних официальных наборов Лего, больших. Вот в этом году даже вышел огромнейший прекрасный замок, больше 2000 деталей. Вот там впереди такой фонтан, есть балконы, ну и что-то такое по мотивам этого замка. Ну, насколько это вообще возможно из набора Lego Classic сделать. Вот, в принципе, я довольна результатом. Он такой симпатичный. Оба замка, они больше для просто, чтобы любоваться, поставить на полочку. Здесь, конечно, не размер мини-фигурок. Вы видите, тут можно поставить, но она будет громадной. Пишите в комментариях, какой замок вам нравится больше, какой из наборов у вас есть, какой из них понравился, если оба понравились или один из них. Ставьте лайки, пишите комментарии. Приступаем к постройке. Thank you.
Thank you.
Thank you.